Максим, болельщики и эксперты отмечают заметный прогресс в твоей игре. Тренерский штаб тоже тебе доверяет. За счет чего тебе это удается? Ну, смотрите, пришел новый тренерский штаб, плюс хорошо провели сборы, набрали хорошую форму, в том числе я, и, соответственно, сохраняем кондиции на тренировках, стараемся как можно выше забраться в турнирную таблицу, идем от игре к игре, из-за этого, скорее всего, и происходит этот, так скажем, хороший отрезок сезона, когда вся команда сейчас находится в хороших кондициях, поэтому сейчас все прибавляют по чуть-чуть, не только я. Ощущаешь ли сейчас, что тяжелейшая подготовка на зимних сборах не прошла даром? Ну да, конечно, на сборах у нас была очень тяжелая работа. Мы, так скажем, после тех сборов, которые у нас были ранее, на этих сборах было очень тяжело, мы очень сильно устали от трех сборов, но при этом мы были готовы за счет этого к сезону, и это нам помогло, в принципе, для старта второй части сезона. Есть ли у тебя личные цели на остаток сезона? Личных нету. Хочу, чтобы команда поднялась как можно выше. А так личных нет никаких. Последний матч чемпионата в Оренбурге на искусственном газоне ты провел целиком. Насколько трудно было играть на синтетике и как прошло твое восстановление? Восстановление прошло хорошо. Мы после игры сразу у нас была тренировка, потом день выходного. Вот. Провел дома с семьей, поэтому установился. Все отлично. Сейчас уже готовимся непосредственно к ЦСКА. Вот. А на искусственном газоне, я бы не сказал, что там плохой газон, поэтому не так было тяжело играть на нем. И поделись своими ожиданиями от матча с ЦСКА. На самом деле тяжело будет соперника, так как ЦСКА набрали тоже хорошие кондиции, как и мы. В принципе, находимся сейчас, я думаю, что мы и ЦСКА, наверное, сейчас у нас одна из самых лучших серий победных. Вот. И в плане как игра складывается у них, и как мы играем, я думаю, будет интересная игра. Поэтому приходите на матч, смотрите. Мы всех ждем.